задержан директор Норильской обогатительной фабрики. По данным Следственного комитета, он знал об аварийном состоянии дробильного цеха. В 2018 году было получено заключение московских специалистов о том, что часть конструкции здания цеха находится в ограниченно работоспособном состоянии, и рекомендациями по устранению выявленных дефектов и повреждений до декабря 2019 и декабря 2020 года. Однако данные рекомендованные мероприятия не были исполнены. Также арестованы главный инженер и начальник отдела надзора. В результате обрушения на площади в 1000 квадратных метров погибли трое рабочих. Пострадали 5 человек. Они были госпитализированы в тяжелом состоянии.